Своим творчеством ребята начали удивлять гостей праздника уже в фойе зала органа и камерной музыки. Здесь развернулась выставка творческих работ. Пластилин, вышивка, гравюра, бисероплетение, витраж. Дети с ограниченными возможностями умеют все. И рисовать со слабым зрением, и вальсировать с диагнозом ДЦП. Хрустальный петушок проходит по всем конкурсным традициям. Участники представлены в нескольких номинациях: танец, эстрадный вокал, художественное чтение. Есть у фестиваля в этом году и своя тема – год кино. И сегодня на сцене снимали новый фильм «Хрустальный петушок» 2016. Артисты – дети с ограниченными возможностями здоровья, режиссеры – это педагоги, а в роли продюсеров – идейные вдохновители фестиваля. Сочинская городская общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Масштаб уже этих петушков вырос по всем районам. Настолько хорошо время пролетает, вот как на хорошем концерте. Они готовятся на финал. Они вкладывают, больше занимаются, души больше вкладывают. То есть это не для того, чтобы прийти галочку поставить и оценку получить, а это что-то выше. Я считаю, что все педагоги, все люди, которые причастны к этому, и мы, в том числе наша организация, с учетом того, и наши меценаты, которые нам помогают дать достойное этим детям, я считаю, что мы делаем вместе очень большое дело. Каждый хрустальный петушок своим участием украшает Настя Боровая. 17-летняя сочинка практически не слышит, но, вопреки всему, занимается любимым занятием – хореографией. Вообще нам запрещают танцевать. У нас коксартроз – тазобедренных суставов, но мы, преодолевая все наши трудности, стараемся, участвуем во всех конкурсах, творчеством занимаемся, чтобы не сидеть дома, развиваться, общаться с детками. Это для нас прям как глоток воздуха. Мне очень нравится участвовать в хрустальном петушке. Я показываю свои красивые костюмы. «Хрустальный петушок» – это конкурс, но нестандартный, отмечают в Лиге женщин. Здесь нет проигравших. Сегодня каждый получил ценные подарки. Очередные сюрпризы ребят ждут на финальном этапе конкурса, куда съедутся участники «Хрустального петушка» со всех районов Сочи, и который состоится 19 ноября в Зимнем театре. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.